Бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон в новом документальном фильме BBC под названием «Путин против Запада» утверждает, что перед началом российского вторжения в Украину президент РФ пригрозил ему ракетным ударом в ответ на предупреждение, что война приведет к катастрофическим последствиям. В Кремле назвали эти слова ложью. То, что сказал господин Джонсон, это неправда. И точнее, это ложь. И более того, я вам скажу, это или сознательная ложь. Это, наверное, нужно спросить у господина Джонсона, с какой целью он брал такой вариант изложения. Или это было несознательно. И фактически он не понял, о чем с ним говорит президент Путин. В документальном фильме Джонсон говорит, что во время этого телефонного разговора Путин сказал ему: «Я не хочу причинять тебе боль, но с ракетой это займет всего минуту», когда речь дошла до обсуждения о возможной поддержке НАТО.